Девочки, привет! Решила съездить в магазинчик, а потом на процедуры. Вот думаю, сейчас суббота, все полно. Куда поехать, где меньше народу? Думаю я. Хрен знает, где сейчас меньше народу, сейчас везде дофигища. Так. Такие вот дела. Нет никого. Никого нет. Трясти вас будет сейчас. Ай, кошмар какой-то. Погода, все. Пришел ей. Нечаянно. Конец тепла. Ой. Сейчас посмотрим, что там делается. Если дофигища народа будет, даже не буду заходить. Лучше в другой раз будет. О, ничего, тут брюхо снимает у меня телефон. Не спрячешь. Что есть, то есть. Ой, надо тихонечко ездить, а то сейчас полицай ездит. Трясет вас, девочки, надо выключить. Бесполезно, трясется камера. Куда-то мне поставить. Все, уже пошло. Хочу. Видно, нормально. Далеко. Да нормально, че ты? Ну смотри. Такой плачь кокосно. Да я сидела, но вспомнила, накинула магазин. Попиндюрила. Пиндюрила. Чего ты говоришь? Ну вот, сейчас я тебе сделаю. Давай мне пальчик. Зачем? Будешь зубы сейчас чистить. Ага. Пальчиком? Да. Ага, и что делать? Сейчас я тебе сделаю. Что такое? Теперь будешь чистить зубы во все уголочки. Ага. Гель такой чистить. Ага. Чтобы активировала этот. Чистим, короче, девочки, зубы. Чистим зубы. Ага. Ага. О, кукла. Новая перчатка. Да чего ты ломаешь сегодня-то все? Да, я еще ее даже не одевала, Алена, это новая, я ее только вытащила. Угу. Клянусь. Так. Пошли, там надо уже тоже. Да? Везде чистить, во всех уголочках. Но у меня пальцы-то толстые. Шире рот открывай. Разрабатывай, на. Да, угу. Учись. Надо подготовиться. Что ж ты не подготовилась, Серега, у тебя для чего дома? Услышит Сережа, потом претензии будет. Сережа, мастер сказал разрабатывать. Сережа, в следующий раз подготовляй жену к процедурам. Ну, что, еще чистишь? Нет. Фу, блин, видно какое, что-то уже натерилось. Как не говорят. Нет, я не говорю так. Палец не порезалась. Зубами? Фиг значит. Нет, давай это. Ногти, видишь, отросли? У тебя рука легкая, мне так не нравится. Откусила больше. Это вот гель, который сейчас я тебе буду наносить. То есть 3 часа потом, да, никаких вредностей? Нельзя 3 часа не курить, кофе не пить. Уже отпилась. Колу нельзя пить, воду с газами тоже нельзя. Ага. Только из-под крана. Из-под крана, социалбаса. А?
Йовим. Бильд, твоя нога. Зисту. Заболтала. Может, не надо, Маика. Заболтала ты меня. Давай, Боль. Сижу, девочки, в кабинетике. Ты хоть не выставляй, господи, никуда мои зубы. Конечно. Чтоб все видели, какая ты зубастая. Я даже так. Йоп. Ужас. Так. Теперь. Угу. Я тебе вставлю в шину. Ты будешь ее прикусывать и держать 15-20 минут. Угу. Не кричи. Девочки, лампу я сегодня сломала. Сейчас красивая. Девка хоть куда? Повернись, хоть покажись. Красота. За. Поближе вот так вот. И держи, Алена, как микрофон. Аленке работать сегодня. Пока сидит молча, я его не использую. А так орёт всё время, орёт. Хрен рот закроешь. Я тебе дам платочек, то вдруг слюну пустишь. Уже пошла? Смотри, слюнявчик тогда. Говорю же, пока ты сидишь, я могу под тобой поиздеваться. Аленка, первый раз за 20 нет. 20 нет. Сколько мы с тобой знакомы? До хрена. Я все время считаю, сколько мы с тобой знакомы. 16 лет. 16? 14. Молодца. Протереть надо. Чем как писать неудобно. Эри! Взяла привычку. Смотри, я сюда реснички сделала. Угу.
тарелку, сиди. Хоть в курике раз спокойно посидишь. Там он придёт с белыми зубами. У Серёги зрение сразу испортится. Его сразу. Серёжа. Ничего, Лёва, ничего. Терпи, коза. Девочки, зубы отбеливать можно всем. Угу. У кого свои зубы. Угу. Нет, им лучше нельзя. Беременным нет. Вот краса. Помаши, девочка. Ой. Поставлю я Аленку, чтоб видно было. Угу. Я уже эту новую лапу себе нашла. Теперь хандалирую, да? Угу. Советуюсь. У меня знакомая купила тоже такую лапу и специально такое кресло, как яйцо. Специально для санаторных. Заплатила 1500. Два раза только пользовалась. Никто не хочет у нее делать. И все. Но она больше специализируется на фуз-флеге. И поэтому сначала сын хотел делать сам алферёк. Как сюда дети? Все, пылит, ногти долго. Сиди. А мы не делали термин? Нормально все держится. Хорошо. Девочки, 20-го приезжает косметика из Польши. Кто хочет свои Фальтенберг шприцы, можете мельдоваться. Он сразу рекламу делает. Блин, молодец. Она очень хорошая. У Юльки. Я тебя, видишь, как хорошо понимаю. Ты будешь в этот раз? У косметики. А что? Сюда. Еще 13 раз.
Надо было тебя положить, наверное. Девочки, лето хочу. Кто пришлет лето? Депрессия скоро начнется. При такой-то погоде. Конец лета, у нас еще зима. Снег только не хватает. В Хессене жара. Хорошо. Я вчера по телефону с знакомой разговаривала. Она говорит, у них лето вовсю. Нас не дошло, до нас не дошло. Далеко. По всей Германии лето, только в Бремерхафене зима. Видать, мы совсем далеко живем. На краю автобана. До нас не доходит. Терпи. Красота требует жертв. В следующий раз надо ТикТок сделать с твоими зубами. Что мы тебе еще следующее будем делать? Ресницы клей. Губы. Таня, у тебя просто от злости выветрились. Злая Таня. Девочки, у кого от природы зубы желтые, кость желтая, белые не будут. Чего там только не будете делать. Если сама по себе кость белая, если у вас от кофе, от сигарет, они немножко желтеют, тогда можно сделать их еще белыми. А если они от природы желтоватые, то... Если тут мерлайт, они желтенькие останутся. Так и шепчет. Займи, но выпей. Что будем сегодня пить? Ну, после. 12. Ну, я к тебе вечером приду, уже можно будет. Ты только минуту сидишь. Поставить на паузу. Mm-hmm.
Девочки, подходит последняя минута к концу. Аленка выдержала первый призасест. Приход, засест, как правильно, господи. По-русски не помню, по-немецки забыла. Не, наоборот. По-немецки не знаю, по-русски забыла. Так, теперь сплевываю это сюда все. Плюй-плюй. Ну, блядь. Теперь вот этим полоскай. Что это? Полоска? Да. Лека. Фу, блядь. Я себя почувствовала собакой Павлова. Со всеми ее рефлексами. Это рефлексы. Сейчас я почищу. И еще раз сделаем. Вот ты издевалась уж надо мной. Ну так. Зараза. Что-то у меня онемение челюсти. Я вообще разговаривать смогу потом? Чего? Я потом разговаривать смогу? Можешь. Охренеть, девочки. Очко запотели. Ой. Еще 20 минут. Ужас. Чуть собственной слюной не задавилась. Так, это у нас сейчас 12:30. 15 минут. 15. Фу, какое-то противное. Сладкое, падла какое-то. Сладкое? Ну. Я ни разу не делаю, не могу даже сказать. Сладкая она или нет. Ты говоришь, мне делать. Я же полечу, а там же не надо на солнце быть. То есть все вот это вот косметические процедуры. Ничего, а я же полечу на солнце. Ничего с тобой не случится. Ага. Представьте, живешь в каких-нибудь тропических странах и сделаешь. Да мы же не сидят дома, я еще дома буду сидеть. Мне же надо, раз я поеду. Они сидят дома, они же тоже, наверное, кто-то из них работает и всякое разное. Ага. Тоже же дома не сидят. Слетаю сначала, дай. Ну, слетай. Юльку еще посмотрю, а то она нахваливает. Я видеть-то ее не видела. Ага. Она хваливает. Она лоб делала, да? Ну. Вон мой лоб, он даже не собирается. Ну да, в смысле? Ну, это ты на всю уже так? Ну. Ну, вот это вот я еще до конца должна делать. Она тоже не сильно где-то... Она была очень глубокая. Чуть-чуть еще осталось. А это поднять уже тяжеловато. Ну, давай начну с малого, блин. Что-то я ссыкую. Ну, что ты ссыкуешь? Да не знаю, трус я. Угу. Боись. Ага, я вчера уже Николе говорю, можешь мне ресницы наклеить? Она, ой, мам, сиди. Сама так клеит? Ага. А что ей не клеить? У нее денег-то она свои не тратит на, знаешь, там на все остальное, на моем обеспечении. Что ей не клеить? Ну да, сваленка. Опять? Покажи мне свои зубы. Ну, уже лучше. В смысле, уже? Угу. Закрывай. Угу. Зу!